День секретаря в России. Официально профессионального праздника секретарей в России нет, но в 2005 году инициативная группа из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Перми решили исправить эту несправедливость. Мастера секретарского дела предложили учредить праздник «День секретаря» и отмечать его в третью пятницу сентября. В этот день, в 1959 году, в первое плавание отправился советский атомный ледокол «Ленин». Это также первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Ледокол был построен в СССР в первую очередь для обслуживания Северного морского пути. 3 декабря 1959 года сдан Министерству морского флота. С 1960 года находится в составе Мурманского морского пароходства. 15 сентября 1993 года Майкл Джексон впервые выступил с концертом в Москве. Он стал одной из самых первых ярчайших зарубежных звезд, посетивших российские просторы после распада Советского Союза. Билетов было много, шоу должно было состояться в арене Лужники, но достать их было делом нелегким. В день концерта пошел проливной осенний дождь. Вдобавок, якобы, Майкл получил предсказание, что он подскользнется и сломает позвоночник. Так что перед концертом Джексон находился в стрессовом состоянии. Ситуация с билетами была ему прекрасно известна, и он сказал, что выступать перед пустым стадионом не будет. Тогда организаторам удалось добиться от директора стадиона разрешения на пропуск собравшихся перед входом безбилетной толпы. А южноуральцам этот день запомнился следующим. 15 сентября 1930 года дала первый ток Челябинская государственная районная электростанция ЧГРЭС. Это была вторая Челябинская электростанция. Первая запущена в 1907 году, и ее энергии катастрофически не хватало для города. Поэтому в плане ГУЭЛРО было предусмотрено строительство АГРЭС в Челябинске. В ноябре 1927 года в юбилей революции был торжественно заложен фундамент главного корпуса. В 1935 году станция вышла на проектную мощность.